красота-то, вон. Так вон парк еще смотри. Так хоть что-нибудь ты... А ты снимаешь уже? Ну такие... Маршрут перестроен. Через 200 метров развернитесь. Так, все, мы приехали. Леня, так это, ты в руки-то, покажи, что ты у тебя что-то есть-то. Леня, воду кидай, где вон они, уточки, много их. Они говорят, ути-ути. Ути-ути. Ой, там надо. Я прям вообще маленький кидаю. Ты вон, ты мне-то, чтобы сфотографировать, ну, ты да, вон туда, да, дальше-то кидай. Дальше-то кидай. Так оно не летит. Оно что, я вообще туда маленький. А, эти дерутся даже. Ну пойдемте гулять, ножки разминать. Вход в монастырь вот через эту церковь, но походу вот этот вход, все закрыто. А на той стороне речки, по-моему, вот это дом римского Корсакова, если я не ошибаюсь. А вот это тоже церквушка вроде какая-то такая. В питерском стиле. Мама, открыто. Неужели открыто? Но собаками нельзя. Собаками. Ну пойдемте, сходим на эту. Или это далеко? Нет, так собакам, видишь, нельзя, наверное, не возьмут, не пустят нас с собакой. В церковь не ходят, ведь, наверное, с собаками. А что, с кошками ходят? Не знаю. Звука запретный собак. Пойдемте тогда. Открыто. Так зайдите. Так пойдемте, зайдем. Скажут что-нибудь, так скажут. Не скажут, так не скажут. Вывеска на входе, собака не ходит. Ну пошли. Вот, ох, она хочет спрятать. Так осторожно, не прищеми, открыто. Хоть мы и поздно, но открыто. Сейчас пойду узнаю, до скольки. Так. Надо, наверное, платочки и юбки. Ой, господи, муж в брюках. Зашли на территорию. Кроме нас здесь, наверное, никого больше и нету, потому что осталось где-то полчаса до закрытия. Вот.
кусочек и идем. Здесь Успенск, Божья Матерь. Очень. Ой, какие розы. Ой, какие розы огромные, большие. Очень известная икона. Сейчас мы до нее дойдем и вернемся, потому что у нас Ксения осталась собакой. Собака, конечно, сказали, нельзя на территорию храма. Вот. Какие большие. Леня, а гортензии? Какие шапки огромные, гортензии. Смотри, какие гортензии. А что там держишься так? А, бутылку. Посмотри, какой. Композиция какая. Вот, наверное, она. Ну, не она, а ее. Чего? Не портрет, копия, не копия. В общем, репродукция. Конечно, вечерним, да, вечерним, как бы вечернее время, есть какой-то этот атмосфера какая-то такая. Где совы-то? Какая-то атмосфера, какая-то загадка и какое-то таинство. Да. Вот это известна колокольня, да, с подсветкой. Что не посажены никакие цветы, такая какая-то она пустая, голая. И Леня как монах вот в этом в этой черной юбке спадает, так ты ее поддерживай. Проходила мимо девушка, аж обернулась. Девушка с мужчиной проходила, она аж прямо голову свернула на тебя. Нет, серьезно? Так. Чего? Пусть. Это как же здесь же эта икона находится, вот эта грусамата. Важно. Не смогли подойти к иконе, потому что идет служба. Сегодня вроде как праздник великий. Как я сказала, Рождество Святой Богородицы. Ой, да, Леня, он показывает. Посмотри, мол, какая красота. Да. Но я, наверное, здесь все-таки сюда вернусь когда-нибудь. Может быть, на обратном пути, если будет время. Чего? А выход-то тут есть? Колокольня. А вот интересно, на нее подняться можно? Куда попали-то мы? Во внутренний дворик еще, что ли?
тут еще не одни эти. То есть стены и попадаем еще во внутренний дворик. А здесь пройти-то нельзя? Это опять такие большие розы вон там. Да. Как пионы. Ну пойдем обратно, а то нас крыша-то ждет на самом деле. По времени. По времени. Ну, я так походила немножко. Я просто мне еще с ней пройти, тоже хорошо. Надо, знаешь, куда надо сходить? Я, давайте вместе дойдем до Гресли. Как он называется? Это деревянная неохота? Гидроэлектростанция? Да. Так можно, говорю, не, сейчас бы здесь пройтись еще. Так вот здесь сейчас и пройдемся. Вот круг вокруг монастыря, и оно с той стороны. Мы внутри, я хочу внутри с ней зайти. Чтобы я собака посетила? Ну, ну можно ладно. Можно погулять. Сходите, сходите, пока есть время, пойдемте. Сколько сейчас займет? 25 минут, у вас еще есть время. Вот. Служба идет так. Нет, внутри не хочется. Ну, может, она хочет зайти там все-таки это торжественно. Как красиво вообще. Ой, почему они сполнили? Интересно, потом было бы, если бы в рабочий день, то не видно, что кушают. Угу. Понятное дело, что не изыски. Нет, тут все обыкновенно в трапезной. Там все обыкновенно. Это вот чтобы... Вот я была в Толжском, там тоже трапезная, там обыкновенная столовая. Заходишь, берешь и да, мак, красиво. Вообще, конечно, очень красиво мак растение, но из-за своих свойств. Не знаю. И здесь вход бесплатный. Вот у нас, если на Кирово-Белозерский монастырь там стоили 200 рублей, то здесь какие-то киосточки, свежий хлеб, выпечка. Миру мир вам. Пломбир. Вот. А тут все бесплатно. И вот и думаю, можно ли походить вот по древним стенам. Ну, я сначала вот в Старую Ладогу заеду. Если у меня останется время, то, конечно. Тут Тихвин находится очень хорошо. И с федеральной трассы можно быстро доехать. Такие большие ворота. Ну что, мы с Лавой вышли погулять. Родители бросили, да, девочку. Девочку родители бросили, маленькую девочку. Вот. И решили тоже сходить вовнутрь. Очень красиво. Впечатляет. А мы решили... Она дрожит от того, что ее бросили. А не того, что ей холодно. Да, девочка моя маленькая? Ну что, куда пойдем-то? Куда пойдем-то? А? Куда? Да. Мамочка туда ушла. Вот. Пойдем, Лава, со мной на травку. Пойдем, девочка моя, пойдем на травку. Пойдем, пойдем. Сейчас они придут, пойдем со мной. Пойдем на травку погуляем, пописаем, покакаем, пойдем. Сейчас они придут. Вот мы с тобой на травку пока сходим. Уже на улице совсем темно, можно сказать. Иди ко мне. Собачка, собачка. А собачка, Лавочка, иди сюда. Лапонька моя, иди сюда. Иди на травку пописаем, мы с тобой покакаем. Да, пойдем, иди ко мне. И тащить-то ее неохота. Сейчас они придут, придут. Придут они. Пойдем погуляем на травку. Пойдем. Какая сильная собака. Какая сильная. Знает, куда ушла мама-то. Так, давай. Тут тебя могут ушибить. Да, тебя тут могут ушибить. Не-не-не, мы с тобой не пойдем. Давай. Ой, ко мне. На ручки. Мы с тобой пойдем на травку гулять. Вот так. Вот мы так хорошо сидим с тобой, да? Хорошо сидим. Сейчас я подожди, переключу. Вот мы как хорошо сидим, да? Ну, так мы хорошо сидим.
Опа. Mm-hmm.